ярко. Смотрите? Немножко. Ну не усердствуйте. Привод задний, поэтому если мы потеряем заднее колесо. Великолепный маневр. В стиле лучших шпионских фильмов. Там, где разворот есть. И быстро разворачиваться нужно. И убегать. А вот это комната. Школа, наверное. Вспоминается, как Остин Пауэрс разворачивался на катке между бетонными стенами. Лондон, Великобритания. Почему вы никогда мне не позируете? Этого не одобряет мистер Кенсингтон. Не шалите. Да. Yeah, да, детка. Здравствуйте, мистер Пауэрс. Не желаете ли слегка поразвлечься? Нет, мне вообще-то надо мир спасать. Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Расскажите нам, куда мы попали? Антон Александрович, здравствуйте. Мы с вами находимся в знаменитой усадьбе Раёк, близ Ташка. Угу. Творение выдающегося архитектора Николая Львова. И действительно, мы здесь первый раз. Я лично нахожусь под глубоким впечатлением. Даже таким волнением сейчас говорю. Это нечто невероятное. Сразу как-то я мысленно переношусь в Италию, в Винченцо. Угу. Вспоминается архитектура Палладио. Вилла Барбаро. Угу. Очень напоминает мне эта архитектура усадьбы. Кирилл Владимирович, какие стилистические основы несет эта архитектура? Это зрелый такой
достаточно уже классицизм 80-х годов 18 века. Угу. Видно, что Львов действительно был последователем архитектуры Палладио. Это отражено и в композиции усадебного дома, угу. и в колоннаде, угу. в гардиях. Угу. Угу. Триумфальные арки. Угу. Все угу. нам сообщает некие символы. И главный, наверное, такой символ этой усадьбы, загадка этой усадьбы, угу. площадь, на которой мы сейчас стоим, угу. овальной формы. Угу. И сейчас историки гадают, что же она могла означать. Есть такие предположения, что здесь Львов построил дом. Друзья, сегодня мы впервые посетили усадьбу Раёк архитектора Андрея Николаевича Львова, и я просто переполнен эмоциями. Как ни странно, здесь соединилось все: градостроительный замысел, мощная вечная линия круга, которая апеллирует к движению. Чистые пропорции, лишенные излишеств, великолепно сложенный дорический ордер. Вот. И вот эта симметрия, которая в своей вот этой шестичастности сложения главного дома, боковых павильонов, прекрасных парадных ворот, взывает только к одному. И действительно, сегодня возник вопрос, чем мог увлекаться и заниматься владелец этого дома, чтобы использовать его во всем своем великолепии, его вот этих возможностей пространства и масштаба. И возникает одно, только спорт, друзья, движение. Это конный спорт, это велоспорт, это автогонки. Посмотрите, сколько можно здесь гулять, двигаться, да, и соединяться с природой, да, в окружении этой прекрасной классической архитектуры. Мы сегодня пережили здесь просто второе рождение, я бы сказал, перерождение. Спасибо этому дому. Кирилл Владимирович, напоследок, передайте нам ваши последние переживания. Антон Александрович, мы находимся в самом центре композиции усадьбы Раёк, творение Николая Львова. И здесь возникает ощущение некого апокатастасиса, когда понимаешь, что такая красота не может быть тленной, она вечна. Она переживет все и останется в веках. Спасибо, Кирилл Владимирович. Мне кажется, что это исчерпывающие лаконичные слова, которые можно сказать, глядя на этот бриллиант русского классицизма.